Всем привет! Давайте рассмотрим проект TRAPS. Итак, мы находимся на сайте проекта TRAPS.one. Что это за проект? Чем он будет нам интересен? Это, как вы уже догадались, проект связан с играми, то есть игрушки. Всеми любимые игрушки. Итак, мы видим кнопку Play, мы ее нажимаем и, соответственно, попадаем в игру. Выбираем точки и, соответственно, едем, собираем эти цветные красивые кружочки. Как мы видим, в правом углу никнеймы, соответственно, игроков, которые онлайн сейчас тоже собирают и зарабатывают очки. До конца раунда осталось 5 минут, и, соответственно, за это время нам необходимо максимально больше собрать. Итак, мы видим йо-йо. Йо-йо — это целое... Опа. Итак, мы попробуем поглотить йо-йо. Есть. Видите, нас просто распылило в пух и прах. Итак, если поговорить об этой игре более подробно, то, соответственно, есть чат, да, в котором можно написать свое приветствие. Hello, друзья! И как мы видим, вот он плывет, кит. Есть, разбил. Давай дальше. Понук. Есть, полетели дальше. Итак, раунд длится 5 минут, как мы уже говорили, игра очень интересная. Вам стоит на нее посмотреть.